Всем привет! В этом уроке мы с вами попробуем разобрать вот такие небольшие, широкие пентатонические ходы. Давайте рассмотрим, что мы с вами здесь будем играть. В правой руке мы будем использовать переменный штрих. Это значит вниз, вверх, вниз, вверх. Самая сложность в этих пассажах в том, что мы с вами будем чередовать межструнный скачок и соседние две струны. Давайте посмотрим. Вначале мы с вами играем. Потом сразу же делаем скачок на третью струну. И возвращаемся на первую струну. Потом переходим на третью струну, делаем вторую струну 15 лад и снова делаем широкую аппликатурную форму с третьей струны на 17 лад. У нас получился вот такой ход. Потом переходим на четвертую струну, идем на пятую струну и переходим с вами в тонику. То есть вот у нас, по сути дела, мы играем с вами такие нотки. Вот, по сути, это обычная ля-минорная пентатоника, только она немножко в таком в широком диапазоне. Это первая у нас с вами форма. Мы спустились вниз, точно так же теперь поднимаемся вверх. То есть вот у нас получается. Возвращаемся под тем нотам, которые у нас играется пентатоника. Потом перешли, сыграли раз, два, три, раз, два, три, потому что триольная пульсация у нас идет. Потом вернулись на четвертую струну и доиграли остальные шесть нот. Сыграли. Теперь вот эту всю фразу мы с вами переносим на ступень ниже. Это значит, что не на лад или не на полтона, а на ступень ниже. Что это значит? Это значит, что все те же самые нотки мы смещаем на тон. И у нас получается другое аппликатурное движение. И здесь обращаю внимание на то, что уже огромные растяжки появляются между первым и третьим пальцами. А на третьей струне у нас появляется 10 и 16 лад. В принципе, сначала кажется это невозможным, неудобным, но если это все забить в пальцы, то через какое-то время оно становится реальным. Значит, по сути дела, здесь мы с вами играем все то же самое, что и играли те же самые ходы в правой руке, в левой руке немножко другие лады будут. Здесь у нас, смотрите, вот эта нота, нам ее лучше играть с вами вторым пальцем. То есть получается с первой четвертый, второй, потом 16 лад и здесь второй палец. Вот здесь, по сути дела, вы можете чередовать пальцы, либо играть эту нотку вторым пальцем, либо ее играть вообще третьим пальцем. Как такового правила здесь нет, то есть либо так, потому что у кого-то развито больше такое движение этим пальцем, у кого-то такое. Но проще все-таки и лучше будет сюда поставить второй палец. Вот мы с вами пришли в 10 лад. Здесь уже мы играем растяжку между этими пальцами. Точно так же мы с вами играем сюда, приходим на 16 лад, возвращаемся на четвертую струну, на второй палец. Доигрываем наш пассаж, но в этом случае обратите внимание на то, что вы играете вторую струну уже безымянным пальцем. Вот в этом случае удобнее всего ставить именно этот палец. Итак, получается, в этой аппликатурной форме мы с вами играем. Оп, сюда второй палец, потому что отсюда у нас идет мизинец. А здесь у нас лучше всего сыграть этот второй палец. Оп, потому что здесь с мизинца на второй, и потом мы мизинчик убираем, и получается с первого пальца переходим на 10 лад. Вот. Следующая форма самая сложная, потому что она огромная, потому что в ней огромная растяжка. Давайте посмотрим. То есть вот такого плана. Здесь мы играем с вами. Оп, и тянемся мизинцем на 14 лад. То есть получилось. Оп. И здесь уже четко должен приходить третий палец. Обязательно. То есть ну, по-другому и не получится. Оп, сюда пришли. Вот она, еще одна интересная растяжка. От третьей струны, от 8 лада до 14 лада на третьей струне. Такой интервал тритон звучит здесь.
И на пятой струне у нас получается точно так же. То есть вот она, растяжечка. То есть когда играете, вот это место, на самом деле потом вам покажется именно вот эта аппликаторная форма, она простой. Почему? Потому что здесь кисть, она имеет некую напряженность именно в растяжках. И эту напряженность вы сохраняете до пятой струны, то есть у вас получается... Все, кисть напрягли именно на растяжку, то есть она у вас сохраняется... Получилось, вы сыграли, и вот эта напряженность, она у вас дальше идет вместе с пассажем. Тогда вы будете попадать в нужную вам нотку. И последняя, заключительная форма, она, в принципе, простая. Здесь у вас получается тоже большая растяжка. Вот у нас первый раз мы с вами идем на второй палец. Второй раз мы... Оп, тоже на второй палец. Вот, то есть третьим пальцем не пользуемся. Идем на второй палец. После того, как вы это доиграли, идем, играем с вами ноту ля. Это 10-й лад на второй струне. И завершаем аккордом ля минор. Вот эти все четыре модели, они непростые. Вот. Чтобы их хорошенечко вам отыграть, вам нужно сначала их заучить как следует. То есть каждую модель по отдельности играйте под триольную пульсацию. То есть раз, два, три, раз, два, три. Здесь раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Если помню, раз, два, три, 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 раз. И постоянно тренируйте его, чтобы та-та-та-та-та-та-та-та. То есть чтобы вы попадали четко под метроном. Поэтому желаю вам удачи, чтобы это упражнение обыгрывания пентатоники у вас получилось и пошло вам на пользу. Пока!